Привет, Дин. Тебе на какой? Не на первый, а тебе? Тоже? Ну да, может, на зарядку. Зарядку едем? Здорово. Куда мы сегодня с тобой отправимся? Что-то интересное, наверное, будет. Дин, это что? Катя, без паники. Мы, кажется, застряли. Как застряли? Подожди, не хочу застряли. Надо что-то делать, Дина. Я знаю. Кто нам поможет? Да, кто? Нам помогут те люди, к которым мы сегодня поедем на зарядку. Да, поедем, если мы вообще выйдем отсюда. Конечно, выберемся. Может, позвоним? Эй, кто-нибудь, помогите нам. О, а вот и наш спаситель. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну что, расскажите немножко о своей работе. Я работаю электромехаником. В нашу работу входит обслуживание лифтов. Каждый день мы осматриваемся с техническое состояние лифта. Раз в месяц мы проводим небольшие ремонты. Приходится спасать людей, вот как нас сегодня? Да, но в принципе, но очень редко. В основном это происходит на новых лифтах из-за сбоя электроэнергии. А любите свою работу? Очень. Давайте знакомиться. Как вас зовут? Кулакова Тамара Ильинична, инженер по подготовке производства. Какие у вас обязанности на рабочем месте? Чем вы занимаетесь? Значит, в мои обязанности входит заключение договоров по видам работ, которые мы выполняем. Капитальные ремонты лифтов, модернизация, замена лифтов. Работа напряженная у вас. Много чисел, много графиков и по большей части, так понимаю, бумажная, да, такая документальная работа. Удается хоть иногда сделать какой-то перерыв на зарядку, на кофе? Как бы зарядкой занимаюсь, честно говоря, дома, не на работе. Вот, стараюсь ходить пешком. Не каждый день, но стараюсь. Похвально. Сегодня будем делать вместе зарядку. Вы готовы? Готова. С удовольствием. Первое упражнение – улыбка. Спасибо большое. Следующее упражнение. Правую руку тянем вперед, левую, правую. Руки перед собой, делаем ножницы. Раз, два, три, четыре. Следующее упражнение. Ноги шире, чем ширина плеч. Сначала противоположной рукой коленки, теперь сюда. Теперь мы будем падать вперед и удерживаться на носочках. Раз, два. Спасибо! Утренний заряд побывал уже на многих приднестровских предприятиях. Мы познакомились с производством мясной, хлебной, швейной продукции. Присоединяйтесь к утреннему заряду, продолжайте писать нам. Отличного дня и будьте в форме!